29 марта Казанский федеральный университет впервые присоединится к Всероссийскому фестивалю науки «Наука 0+», что позволит городу Казань стать одной из 80 площадок проведения фестиваля. А всего 80 точек таких по всей стране, в разных регионах. Более 10 лет этот фестиваль уже проводится. Главная его цель – рассказать о науке простым, понятным, доступным языком. В течение вечера будут проходить научно-популярные лекции от преподавателей Казанского федерального университета о мега-сайенс-проектах мирового масштаба. Впервые будет молодежный лекторий, то есть с лекциями выступят не только преподаватели, но и студенты, также магистранты нашего университета. Фестиваль пройдет по адресу Кремлевская, 35. Время проведения фестиваля с 16 до 22 часов вечера. В этот период гости смогут принять активное участие в мастер-классах по созданию роботов, а также в интерактивном занятии медицинской лаборатории «Удаляем аппендицит» с микроскопами и тренажерами. Алсу Саттарова, Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.